Бедность населения – основная проблема нашей страны. Просто бедность населения. Все остальное уже вторично, с моей точки зрения. Ни за какие. Люди сами ответственны за свои проблемы. И за политику, и за экономику, и внутреннюю, и внешнюю. Он руководитель страны. Руководитель всегда отвечает за все. Ни за какие. За все проблемы. Не готов сейчас к ответам резким таким. О, за все. Ну, за смерть он как будет нести ответственность? Хотя это, в принципе, тоже ответственность президента. Ну, как главный человек за все. Против Владимира Путина вопросов нет. Вообще, по идее, должен быть ответственен за воровство, которым занимается наше государство. О, ребята, это очень сложная тема.